по старой доброй традиции нужно выпить коллаген. Вот только я молодец в этом плане. Я вот проснулась, и сразу надо пить. А я похожу, понимаете, час уже я прогуляла. Через час вот я сейчас пью коллаген, а потом еще час нужно не есть. Ну что, Виталь, снял? Снял, да. Аккумулятор. Сейчас коллагенчик. Я оставила свой холодец на ночь. Вот. Женщина мне пишет, вчера сториз записала, она мне пишет, у вас он завтра 100% будет холодец, застынет. Ну, не застынет, потому что он же в тепле у меня стоит. Он у меня жидкий, но холодный. Сейчас я достану отсюда все мясо. Ну, сейчас достану все мясо, порежу. Бульон сам перекипячу. Чесночку в мясо добавлю. И залью мяско. Специально сделала немного. В прошлый раз было очень много мяса. И мне даже Виталик сказал, а можно было сделать так, чтобы мясо в холодце было поменьше. Вот в этот раз я сделала один кусок без курицы. Курица у меня там в холодильнике стоит. Ваше здоровье. Что там, Виталий? Они же мне в автосалоне тогда посадили аккумулятор. Я думаю, что это тоже является причиной того, что он сейчас уже крякнул. Вот, просто так ничего не бывает. Закваска. Отсюда возьму для Лены. Лена сказала, мне закваски переложи, я заберу. Вот она. Классная, да? Сегодня переложу, покормлю и уберу в холодильник. А эту покормлю, заведу хлеб вечером. Завтра будет хлеб. Сегодня есть булка одна, да, у меня здесь хранится в этом. Угу. Булочка есть. Кофе хотела поставить. Еще один. На улице холодно? Не очень. Под одеяло ко мне лезет, целуется своим мокрым носом. Тик. Виталя, что здесь за кофе? Какое? Марабоджи? Марагоджи в Гватемала. Марагоджи в Гватемала. Я добавлю маленько баварского шоколадуса. И сварю себе баварский шоколад с марагоджи. В общем, я твой высыпать не буду, сюда себе сыпану, Виталий. Вот на один раз. Сыпала тут все вокруг. Солнечный небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда
Будет мама, пусть всегда буду я. Все, ждем кофе.